Максим Карпов. Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте зачитать вам пасхальное приветственное слово Его Преосвященства, Преосвященнейшего Феогноста, епископа Новороссийского и Геленджикского. Дорогие братья и сестры, приветствую вас с великим и святозарным праздником Пасхи Господней, который полнота Вселенской Церкви едиными устами, единым сердцем возвещает миру спасительную весть. Христос воскресе! В истории мира нет и не будет более важного события и более радостного известия. Весть о воскресшем Господе Иисусе Христе ценой своей жизни пронесли во все концы земли святые апостолы. Праздник Пасхи дарит нам особую радость от осознания победы Спасителя над последним врагом смертью. Дарит твердую уверенность в собственном бессмертии и вечной жизни в Небесном Царстве. С момента Христового воскресения каждый христианин в любых жизненных обстоятельствах отныне полагается на всесильную помощь Божию. Любые трудности стало возможно преодолеть, и вслед за апостолом Павлом каждый из нас получил дерзновение воскликнуть «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». От всей души поздравляю всех вас с праздником праздников, торжеством из торжеств, Пасхой Христовой. Пусть во все дни жизни всех нас неизменно согревают, утешают, помогают преодолевать все трудности и препятствия, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия. Христос воскресе! Христос воскресе! Сегодня у нас в гостях арт-группа «Лавры» из Краснодара. Этот коллектив является лауреатом всероссийских международных конкурсов и фестивалей и пользуется признанием не только в Краснодарском крае, но и далеко за его пределами. От лица новороссийцев выражаю искреннюю благодарность солистам хора за возможность приобщения их к творчеству, прославляющему Творца в праздничные дни Светлой Седмицы. Призывая Божие благословение на ваши труды, желаю светлой пасхальной радости, крепкого здоровья, сил, творческих успехов и помощи воскресшего Спасителя мира в вашем служении. Христос воскресе! Искренне благодарим вас, что сегодня вот пасхальные дни разделили пасхальную радость городом Новороссийском. Ну и всем желаю насладиться вашим творческим талантом. Спасибо огромное, дорогой батюшка. Как же приятно видеть вас, дорогие друзья. Мы от всей души хотим поздравить с Пасхой Христовой и наступающим днем жен Мироносицы. И мы хотим сказать, что сегодняшний вечер мы должны провести вместе одной большой дружной семьей. Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость.
кем-то здесь оскорбил, не старайся ты мимо пробраться. И при этом, при всем, ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все. Все снесет, как бы жизнь не била.
и крупоты. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то за моря, знаю это, бывали зря. Все на свете бывали зря, не напрасно было. Концерт. В мире удачи
надежды и зла созданы мы как одно, не делясь. Брат и сестра, две руки, два крыла, солнце и небо, вода и земля. Мы все обиды друг другу простим, беды разделим с тобой пополам. Я — это ты. Ты — это я. Брат и сестра, все сумеем снести, все, что судьба нам с тобой дала. А мы лечим вместе с кризами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пойдет на свет твоего лица навсегда со мной. Никуда промокшие будни, никуда продрогшие люди вдаль несут свой крест. Thank you.
тебе сейчас живется нежная моя, нежная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Вот случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Чтобы в вашей душе всегда сияло солнце любви. Спасибо! Не только на скучной классике. Сейчас Саша будет петь. А вы помните его «Погоди, Лутик»? Зайчик из «Погоди, подрос», гордо растил. Не болтается.
Потрясающие зрители. Спасибо огромное. Мы в своих концертах всегда говорим о любви. О любви между родными людьми, между мужем и женой. О любви друзей. И, конечно же, о любви родителей. К родителям и родителей к детям. И мы хотим сейчас исполнить песни, которые, естественно, посвятим нашим замечательным, самым дорогим и нежным мамам. Снова мама, дорогое, мамой надо дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще жива, счастлив ты, что на земле.
младенцы мы, она в тиши ночной, словно ангелу постели охраняла мой покой. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться тебе. В раннем детстве беззаботном я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было чем кормить и напоить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться. Мамы увидели всех сыновей своих.
друзья, мама нашего солиста Владислава Сурокова, мама Алла. Давайте, пожалуйста, приведем всем мамам огромный-огромный привет и скажем, как мы их любим. Мамы, мы вас! Спасибо огромное. Вы знаете, очень много кто снимает на телефоны. И вот вначале, когда мы какую-то песню пели, Кони, когда мы пели, там был хэштег «Арт-группа Ларго» одним словом. Если вы выложите это все в социальные сети, помните, пожалуйста, чтобы мы вас видели, находили, общались и дружили с вами. Согласны? Спасибо огромное. Будем дружить. Мы такие дружелюбные артисты, вы даже себе не представляете. Спасибо. Дорогие друзья, вы хотите, чтобы концерт дальше продолжался? Дорогие друзья, праздничный пасхальный хор. Споем вместе! Поехали! Знаете песню? Кто готов может танцевать? И... Расцветает яблоки в ручке, а вы туманно рекой. Вылетала на них Катюша на высокий ветер крутой. Вылетала на них Катюша на высокий ветер крутой. Выходил песня за богиня к растепного синцева холма. Про того, которого любила, Смотрела вместе про того, которого любила, про того, чьи письма легла. Ой, ты песня, песенка девичья, и лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальней пограничье, а в Катюше передай привет. И бойцу на дальней пограничье, а Катюшке передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбежит. Я не могу так, подождите, я скоро приду. Спасибо огромное. Сейчас мы хотим исполнить песню, которая, на наш взгляд, олицетворяет красоту души,
нашей необъятной, великолепной и могучей красавицы России.
Мы с вами поклон. И огромное-огромное спасибо. Мы хотим пригласить на сцену участников нашего концерта. Все говорит само за себя. Встречайте ваши овации! Счастья, счастья нам, шарма, с домашка, пыльку, гор. Пьет княжи, но тепло.
Мы знаем, что не только Священное Писание говорит нам о жизни вечной, но говорит об этом даже природа. Была ночь, приходит день, была зима холодная, лютая, приходит яркая весна, жаркое лето. Один человек уходит из этой жизни, новый маленький человек рождается. Даже во время Господь нам показывает вечную жизнь. И, конечно же, самое главное свидетельство вечной жизни – это любовь. Любовь – это и смысл этой жизни, смысл вечной жизни. И любовь имеет свойство умножаться. И вот через любовь к ветеранам нашим, которые даровали нам мирное небо, даровали нам жизнь, вот мы проявляем любовь к Богу. Хотел бы спеть песню о проявлении любви и о том, как в годы Великой Отечественной войны люди побеждали смерть. Расскажи мне, отец, как прошел ты войну и остался ты жив? Почему? Шел 42-й, мы вели смертный бой с фашисткой нечистой силой. Казалось, что свяжем в могилу. Казалось, проиграна битва, но в сердце забралась молитва, что в детстве мне бабушка пела. Казалось, окончено,
обидно. Но мы до сих пор на духовной войне, где наши оружие молитвы. Thank you.
засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немедленно, дайте коням мне да добрый меч. Ради войну да погони у ворога, Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть по городам, дайте коням мне да добрый меч. Благодарю тебя, мой вседержитель.
за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безграничную, ко всем земли живой. Творец ты мой создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле. Откликаются огромной-огромной радостью. И мы знаем, что пока мы собираемся вместе, пока мы отмечаем Пасху, день Жен-Мироносец, мы с вами будем одной большой, единой и дружной семьей. Единой в наших помыслах, единой в нашей вере. В вере вечной и вере славной. Вечной веры славной нашей веры.
Концертная криминальная оркестра. Хор храма новомучеников и исповедников церкви русской Ридин Соболева Орда. Образцовый художественный коллектив «Виктория». Художественный руководитель Донецкого Виктория. Певи Роман Танков. Полина Мирошникова. Арт-группа «Ларго». Там, где и прежде.
и пожелать вам, всем вам, вашим семьям, родным и близким, многое и благое лето!